Табиғи паркіне қарасты шыңдарды бір альпинист бір мезгілде жүріп өтуі мүмкін бе? Мүмкін дейді облысымызға белгілі экстремал Шамиль Рафиков. Бұл шыңдардың бірігуі Шамбыланың жүрегі дейді альпинист. Здесь мы вот, если будем смотреть сюда на хребет, мы наблюдаем вот самая левая вершина. Самая левая эта вершина, это пик Игла, ну или на казахском Инетау. Вот потом идет за ней вершина Инбек. Потом идут две, идет как бы такая скальная пила и две такие незначительные вершины. Это значит, были вершины без, еще без имени. Вот, мы им дали имена: левой пик Гала, правой дальней, дали имя сердца Шамбалы. Далее вот здесь пик Сайрам, это наш Эверест, высшая точка Южно-Казахстанской области. Далее вот эта вершина идет пик Чимкент, вершина Арсен. И далее здесь вот этот гребень, поросший лесом, прикрывает. Уже на спуск идет. Там еще есть вершина Барс и вершина Альтус. Тем самым, значит, весь этот маршрут, весь траверс Золотой подковы, маршрут через 9 вершин. Соңды 9 шыңды ешкімде кезекпен бағындырмаған дейді альпинист Шамиль Рафиков. Бұл оның көптен бергі арманы да екен. Так, чтобы их связать вот в одну цепочку, в единый один маршрут, это, конечно, впервые. Вот. И в данном случае вот получился действительно маршрут, если посмотреть на него, ну, допустим, на карте или открыть в компьютере Google программу «Планета Земля», то видно, что это совершенно четкая такая получается подкова. Вот. Получается такая подкова, вот, начиная от пика Иглы и кончая пиком Альдусом, подкова. Причем эта подкова, она символична тем, что она связывает два таких знаковых места в этом ущелье. Это с левой стороны долина предков, вот, в котором, в которой, ну, такая высокогорная долина на высоте 2800 метров, значит, где два высокогорных красивых озера находятся, где очень много древних петроглифов, значит, каменных вот этих на камнях изображений. Вот. И уходя через все эти траверсом, через все эти 9 вершин, в конце концов спускаемся в ущелье диких альпинистов. Это тоже такое, ну, необыкновенное, необычное место, в котором тоже вот как-то что-то, человек, что-то, какие-то тайны, загадки сокрыты на наших гор, да. Бұл Игла атты шын. Су деңгейінен 3000 астам биіктікте орналасқан. Мы находимся на вершине Игла. Совершили восхождение сегодня, 12 часов взошли, 9 человек. Высота 3550 метров. Вот я сейчас расскажу здесь панораму, что мы видим. Значит, начнем отсюда. Ну, во-первых, под нами долина предков. Прекрасно вся вот видна. Два озера.
Вот. Далее вот это у нас идет перед нами, поднимается вверх, это хребет Каинды. Ал бұл облысымыздағы ең биік шын, Сайрам деп аталады. Вот идет Аюторская стена. Прекрасно мы ее видим. Значит, такая скальная, потом, значит, ледовые участки, переходит в ледовую часть Аюторская стена. Дальше там вот за Аюторской стеной дальше выглядывает пик Кызылбаш. Әр шынды бағындырып, оның әр бірін альпинист бейнекамераға түсіріп, естелікке сақтап қойған. Енді оңтүстіктің 9 шыңында бір кезде бағындыру мүмкіндігі туады ма, жоқ па, белгісіз. Оны қайталау да екінің біріне бұйыра бермейтін бақ. И совсем другое. Ты здесь ни с кем не борешься. Ты даже не борешься с горой, ни в коем случае. Ты всего лишь поднимаешься на вершину по выбранному маршруту, который соответствует твоей подготовке, конечно, физической, технической, морально-волевой, психологической, да. И ты борешься только сам с собой. Вот, ты соревнуешься только сам с собой. У тебя нет соперников. Те люди, которые идут с тобой в группе, допустим, или твой напарник в связке, он не соперник твой, он твой напарник. Вот. Поэтому я считаю, что это не спорт. Игла, еңбек, гала, Сайрам, Шымкент, Арсен, Барс 1, Барс 2 және Альтус. Бұл шыңдарды біріктіріп, үлкен тағаның суретін салған Шамин Рафиковтың ендігі жоспары қандай. В своей жизни, ну, в своей альпинистской деятельности я побывал во многих горах, на многие вершины восходил, вот, в том числе и на очень высокие. Но сейчас как-то, знаете, может быть, уже успокоился, что ли, или как. Вот меня устраивают наши горы. Вот в наших горах еще много есть непройденных маршрутов, интересных, красивых. Вот. И, наверное, в дальнейшем вот буду так вот по возможности совершать восхождение здесь, в наших горах, какие-то новые маршруты открывать. Зумар. Альпинистердің кейінгі ұрпағы да рекорд орнатты. Олар скайранингтен жаңалық жасады. Экстремалдар Сайрамсудан өгенге дейінгі 45 шақырым жолды 10 сағатта жүгіріп өткен. Кеңес одағы кезінен бері бұл туристік бағыт бойынша альпинистер жүргенде. Тек бұл шыңды бағындыру үшін 5 тәулік жұмсайтын. Ал скайранингтің жастары ауыр жүксіз 12 сағаттан да аз уақытта жүгіріп өтуге болатынын дәлелдеді. Что природа только не сделает. В наше время конкурентное у людей стало мало времени. То есть не всегда человек может позволить себе 5-6-дневный поход. А, ну, скайранинг, он подразумевает очень короткие какие-то забеги и при максимально большом преодолевании территории, то есть. И плюс здоровье, я считаю, что когда ты бежишь в разряженном пространстве, то есть это бег у нас был на 3200, 3280, потом мы спустились на 2, и вот минимальная точка – это 1000 метров. Там разряженный воздух. Когда залазил, в бинокль смотрел, там видно тропу хорошую. То есть мы сейчас поймаем эту тропу, но вероятность того, что она идет туда, или на озеро Сусунген. Мы туда там определим, но тропа есть.
45 шақырым жол бойында экстремалдар Сарайғыр шатқалынан Оларсайға дейін жетіп, су қойнауынан 3280 метр биіктіктен Тікенек өзеніне дейін жүгіріп түскен. Тікенек өгеммен Айғыр жарған өзеніне дейінгі қашықтықты да олар тез арада жүгіріп өтіп, 1000 жылдық арша ағашын да бейнекамераға түсіріп үлгеріпті. Гордость нашего южного региона – это пик Сайрамский, 4238 метров. То есть это такая вершина, значимая для нашего региона, высшая точка. Обычно туда ходят за 3-4 дня. То есть подход к горе, ночевка, второй день восхождения и третий день возвращаются. Мы как бы прошли этот маршрут за 22 часа, то есть почти сутки у нас, сутки уложились. Мы стартовали вот с нижней точки, с арабов, с базы, зашли на вершину. Мы стартовали ночью, зашли на вершину в 4 часа дня, и после 12 к часу уже были внизу. Таяуда олар тағы бір шыңды бағындырды. 25 шақырымды құрайтын новичок атты асуды олар бірнеше сағатта ғана жүгіріп өткен. Бір айдың ішінде екінші рекорд. Стараемся каждые выходные, да. Мы прошли тоже подобный маршрут с ущелья Уларсай. Мы пробежали 25 километров до перевала Новичок. Очень живописный маршрут. У нас, оказывается, такие места были, есть, были, а есть. Я даже про них не знал. Я ходил в горы, то есть я занимаюсь альпинизмом, ходил в горы. Но таких мест я не видел. Там, значит, места похожи на, наверное, если сравнивать с чем-то, то это как Стоунхендж. Наш только, южноказахстанский. Большие камни, загорелые, причудливые формы, пейзажи, видели животных, барсука, медведя, теков видели. Пробежались там вверху, красивейшее озеро моренное, там совершенно дикие места, люди туда не ходят очень редко. Енді рекордшылар келесі скайранинге дайындалуда. 42-тің 18-нен бастап Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркінде альпинистердің оқу-жаттығу жиыны өтеді. Бұл жолы да олар тағы бір биік шыңды бағындыруды көздеп отыр. Ну, этот маршрут, он должен стать таким значимым маршрутом для нашего региона. То есть, как, допустим, какие-то горы в Киргизии, там пик Ленина, еще что-то. Вот у нас будет тоже такой маршрут, очень сложный, категорийный, там четвертая категория сложности. То есть он подразумевает там 3-4 и более ночевок. И если люди захотят, вот, пожалуйста, тоже мы можем такой маршрут предложить им пройти здесь у нас. Саяхаттауды армандап жүрмісіз? Бірақ қайда демалуды білмейсіз ғой? Біз керемет демалыс ұйымдастыралабыз. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы Дубайға жалынды жолдамалар, үйлену тойына арналған саяхаттар, әлем чемпионаттарына баруды, теңіз жағалауындағы ұмытылмас тынығулардың және қызықты экскурсиялық турларды ұсынады. Экстремалды демалысты ұнатушылар үшін парашютпен секіру, атпен серуендеу, дайвинг және квадроциклдегі жарыстар. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы олимпиадалық қарқынмен демалады. Oh.